Всем доброго вечера. Хочу сделать вам обзор нашего номера. Вот это одна комната, детская. Здесь окошко небольшое. Вот такое вот окно. Сейчас. Вот. Здесь шкаф. Кстати, в каждой комнате кондиционер. В этой комнате здесь такой довольно-таки вместительный шкаф. Внизу сейф. Вот. Здесь тоже полочки лежат. Полочки лежат, говорю, уже заговариваюсь. Полочки. Здесь сразу проходим. Душ-кабина, ванная комната, совмещенная с санузлом. Кстати, это старый корпус, старые номера. В главном корпусе номера другие отремонтированы. Так, комната. Телевизор, кондиционер и зеркальце. Здесь холодильник. Еще один шкафчик. Здесь тумбочки. И выход на балкончик. Такой балкончик, столик. Можно посидеть. Ой, как жарко. 37 градусов написано. Такой вот уютный у нас, довольно-таки уютный номер. Нам понравилось то, что здесь две отдельные комнатки. Семейный номер. И он просторный. Идите. Ну вот, я сделала, как обещала, обзор номера. Сейчас пойдем с детишками вниз. Скоро ужин. Вот сейчас мы подошли в ресепшн. Меня многие спрашивали, сколько стоит пребывание в отеле. Значит, один день стоит $238 на семью. Двое взрослых, двое детей. Питание all-inclusive. Алкогольные напитки, пиво, водка. Да, пиво, водка и виски бесплатно. Все напитки, питание, в общем, все бесплатно. Все входит в эту сумму. Бассейн, детский клуб, развлечения. $238. После ужина устроили великолепное шоу для детей. Анимация «Мадагаскар». Зебра. Какая прелесть. А здесь, посмотрите, около бассейна надули батуты. Аля, теперь ты. Аля, иди. Давай. Давай, Аля. Этот отель именно семейный, и тут очень много развлечений для детей. Каждый вечер какие-то шоу детские, мероприятия. Видите, батуты сегодня, анимация. Очень-очень весело. Каждый и для взрослых интересные шоу. Ночи индийских танцев. В общем, мы просто под большим впечатлением. Здесь скучать не приходится. Постоянно что-то новое, что-то меняется. Как и в еде, так и
развлекательный контент. Организовано очень все хорошо и интересно. Дети не скучают. Днем аквапарк, вечером, вот видите, анимация, разные шоу. Очень интересно, нам вообще очень понравилось здесь. Игра идет женщины против мужчин. Кто победит? Поднимаем ручки. Hands up and hold. Okay, first of all, I wanna big applause. Я хочу большой аплодисменты. Ich möchte groß applaud. Çok büyük alkışlar for ladies. And big applause. Большой аплодисменты. Groß applaud. Çok büyük alkışlar for gentlemen. And today our winner. Ortega şampiyon. Наш şampiyon. Bugünkü şampiyonumuz of course. Natori, конечно, Тавики, джентльмен! Today our winner, ladies! Thank you. Gentlemen, thank you so much. Dziękuję, merci, gracias. Thank you, gracias. Анимация закончилась, шоу закончилось. Ну вот кто-то сидит здесь около бассейна, отдыхает. Кто-то с детишками домой идет номер. А завтра новый день.